Я
шестого подъезда, как мы с вами заходили, и есть вход в эту квартиру, вот там за поворотом, где помещение, которое использовалось как кладовка, упряжение здесь Булгакова, там вход из пятого подъезда. То есть из подъезда, где мастерские художников, да, почему, смотрите, я вам говорил нумерацию, там нумерация 36, 36, 38, 40, да, потому что другие номера, это в том числе те квартиры, которые заходят сюда. И наши квартиры объединенные, вот эта часть квартиры 50, а вот та часть, куда, кстати, попадает комната Булгакова, это квартира 41 с входом из пятого подъезда. Почему так произошло? Почему этой стены нет? Итак, значит, до революции, да, пятый подъезд мастерские художников, все остальные подъезды под сдачу, да, под найм. Но наш подъезд отличался. Дело в том, что еще в момент постройки дома сразу весь подъезд арендует под общежитие. Московские высшие женские курсы, университет для девушек, да, до революции так назывался. В обычный университет их не допускали учиться, у них был свой с такими же факультетами, часто с теми же преподавателями, ну вот назывались высшие женские курсы. В Петербурге и в Москве они были. И вот московские, да, под общежитие арендуют весь подъезд. И у них было примерное представление, сколько им нужно площади, и они со строителями, да, с владельцем дома договариваются некоторые квартиры объединить. Ну, точнее, не объединить, а не делать эту перегородку. Вот, и, значит, здесь не все, в этом подъезде не все квартиры вот такие сдвоенные, да, бывают и половинки. И вот как раз наша квартира, она чуть больше, значит, 200 квадратных метров.